Три десятка лет прошло со дня обретения Казахстаном независимости. Многое пройдено, многое осмыслено. Все это время мы жили самодостаточно, не особо озираясь по сторонам. А если и поглядывали на другие страны, то чаще всего на развитые. В этом документальном цикле мы хотим сравнить себя с нашими соседями, с которыми у нас когда-то была общая история. Хотим узнать, как они развиваются. Кто знает, а вдруг есть чему поучиться? Документальный фильм «Соседи Узбекистан». Смотрите премьеру 16 сентября в 21:30 на телеканале «Атамекен Бизнес».